Да, бач, кучу дае. Пиво, но сантиметров на 10. А ну выше, по дверь пластика. Ниже, Слава, ты ниже и стрелял. Я ниже и стрелял, чтобы понимать, где он есть. Туда не надо. Где воно? Ну, воно пришло, да, получается? И одна, и другая. Раз, два, ось новые появились. Надо трохи приподнять на четверть берета. По-моему, правее пошла, Слав. Снизу, снизу. Равно снизу, да. Сейчас снизу, наверное, четвертый стал. Да, да. Угу. Где он? Да, он его набачит, не знаю. Внизу все равно. Ну, в принципе, да. Ты же коллиматором целишься в точку, да? Да. Ну, конечно, на таком расстоянии, где у тебя коллиматор, где у тебя ствол. Тут разница она какая. Либо сильно завышать. Давай трошки вот так. Наверное, сколько помню, она стоила простреливала вот эти последний раз. Ну, так конечно. Разница была. А, оно выше трошки. В одну самую точку проходит. Ну так это ж хорошо. Не, ну кучу дае, бачишь, на улице. Ну, да. Дае хорошо. Ну так обойда, короче. Да, это надо новый коллиматор уже поднял, подскрывается. Так что, может расскажешь, что ты сделал? Покажешь немножко. Итак, народ, опять Слава. Пултап, который мы показывали в прошлом году. В принципе, вы можете увидеть, что переделан уже практически кардинальным образом. Слава много сделала облегчений.
изменений. Расскажи, пожалуйста, что ты сделал для начала. Ну, в принципе, если получится, я вставлю картинку, но мы видим, что нету верхней крышки родной, которая была, да? Укорочена планка получается, не планка, а нижняя кусок коробки. И установлен квадрейл китайский, но установлен таким образом, что можно и рукоятку на него ставить, то есть не нужно дополнительные планки прикручивать, болты — это тоже как бы частично облегчение. Давай, я вижу, шахта у тебя есть, приклад переделан. Приклад смененный, резиновая, тяжелая получается, пластик рассыпался, вырезал просто из фанеры, довольно-таки нормально, вполне достаточно, да. Да, вот для укорочения, то есть можно сюда, в принципе, тыльник какой-то сделать. Чтобы... Из коврика с автомобильного проблем нет. Но оно просто получается, если двигаешься, оно, я пробовал, оно цепляется за держ резина, не годится. Это лучше всего. Переделал полностью заднюю планку, обрезал, сделал короче ее. Здесь переделал упор на крышку ствольной коробки. На крышку, да, потому что я помню, мы когда стреляли в прошлом году, то люфт. когда да, сюда нажимаешь люфт пропал, получилось постоянно. Щекуя немножко просаживалась, да, сейчас она упирается вот в крышку и вообще мертва. Ну, правда, сделал еще действительно полукруглую ее, а не углом, вот это вообще было вполне нормально. Ну, это действительно... Да, облегчил из-за того, что здесь алюминий, выбросил кусок этого всего, грубо говоря, тоже, наверное, там, я не знаю, на полкило 100%, грубо говоря. Снял здесь, поставил правильно китайский действительно этот самый цевьё. Не ставил верхнюю, не подгонял, дабы был допуск к трубке постоянный, потому что мы, грубо говоря, издеваемся, там ставим постоянно всю эту беду. И тяги там, мы тестируем, и, понятное дело, да. Что ищем оптимальный вариант. Изменил угол скобы спускового крючка. Уменьшил, ручка увеличилась за счет этого. Ну и ход. Все удобно, все комфортно, скажем так. Потому что она занимала очень много места, и руки не хватало, грубо говоря. Так. Ну так, все подтачивал шахты, да. Все подогнал, все работает четко, красиво. У меня сейчас, правда, с коллиматором вопрос возник. Да, а так, покажи, пожалуйста, сейчас на магазине. Ребята, я, в принципе, взял, попробовал магазин с первого раза. У меня моментально... Нет, возьми, пожалуйста, на изготовку, как он быстро эти становится под углами. Вообще красота, короче. Я сам попробовал, мне очень понравилось, как быстро ставится магазин. Не волнуйся, все нормально. Но он влетает фактически, да, получается. А ну стой, я столько думал, может, это, чтобы показать угол. Не, вот так. Угу. Так. Уже такое неустойчивое положение. Ну да, понятно, что я в прошлый раз, когда показывал, я брался вот здесь, магазин, лучше брать ближе все-таки. Он тапку снял отсюда, поставил вперед. Перестал, чтобы чуть-чуть выше вести. На одну точку он мне не мешает, я могу сесть и двигаться, и т.д. и т.п. Потому что если он заниженный, то смысл тогда укорачивать, если он болтается. Ну слушай, он визуально стал намного короче. Вот да. Теперь такой... По 1.5–2 сантиметра отсюда. Слушай, теперь нескромный вопрос. Какая общая длина? Стало. Ну, не знаю. Мне нечем померить. Ладно, хорошо. Не будем говорить, но очень компактный стал. Вообще вид поменялся. Не такой, как был в прошлом году. Абсолютно не так выглядит. Вот. Я, конечно, у Славы спрашивал, почему вот сюда планочка не добавляется. Ну, понятно, что для того, чтобы не перекашивала трубку, чтобы быстро можно было снять для чистки доступ. Ну, не знаю, может, попробуем сюда поставить какую-то планочку другую. Я так понял, скорпион снял, потому что да, действительно очень мешает, выпирает вес, объем, это очень, ну, не годится. Да, что-то попробуем поставить, но да. Уже, да, потестим потом. Но выглядит вообще не так. Ты сразу как вытащил, я просто охренел, можно сказать, по сравнению с тем, что было, и то, что сейчас. Это, конечно, небо и земля. Частным владельцам, конечно, такого кита проще, они могут пилить под себя как угодно, а вот если он где-то на калаш идет, как он называется, скажу. Ну, армейский, блин, этот табельный, да? Вот, там немножко не то. Но выглядит, конечно, вот так, когда стоит, даже не знаю, с чем сравнить, на что похуже. В общем, ребята, пишем в комментариях, высказываем свои мнения. Возможно, какие-то будут
советы, комментарии. Так что пишем, не стесняемся. Слава, спасибо. Очень прикольная штука получилась. Но я так понимаю, это еще не все, да? Ну, да, потихоньку. Сейчас коллиматор надо разобраться, тогда уже бандаж. Все, пока. Будем что-то смотреть. Пока, да. Все, спасибо. Штука очень прикольная получилась. Почему-то всегда, когда на камеру, то не получается. Когда просто так пробуешь, очень быстро все. Сейчас проверю. Я только что пробовал. Магазины нормально ставятся. Ничего не соскакивает. Сейчас пробую на камеру быстро. О. Это, конечно, спорный вопрос, антапка здесь, но дело хозяина. Вполне такая коротенькая штука получилась. Довольно интересно, как по мне. Может, не для всех достаточно эстетичная, но главное, что нравится хозяину. Я, конечно, хочу себе тоже булпапик запилить, но немножко планирую сделать по-другому. И вот там, так как я люблю, чтобы все красиво было, дизайнерски, поэтому мне придется поизвращаться намного сильнее с этим вопросом. А тут вот такая вот штука.